Всем привет! Меня зовут Сергей Нево, и вы на канале Не Ноль. В этот раз меня ждет очень необычная сборка мотора. В прошлой серии я рассказал про историю 6А13, про его внутренности, про сравнение с другими моторами Mitsubishi V6, в частности 4G63. Мы сравнили там вес, габариты и все такое. То есть, и кому интересно про 6А-серию посмотреть, переходите в описании по ссылочке, найдете этот видос. Но я его разобрал в этот раз уже как бы окончательно, но осталось мне буквально 16 болтов и открутить ГБЦ, и можно сказать, тогда он разобран будет полностью. Но я хочу пойти по такому нищебродскому варианту и собрать его, ну, не до конца разбирая. То есть те вещи, которые, в принципе, можно оставить в моторе, я хочу оставить. То есть такой лайтовая реставрация этого двигателя. То есть не переборка, а именно реставрация. Сейчас я его повезу на мойку, отмою, ну и уже по результатам посмотрю, что мне стоит поменять, что мне стоит поставить старое. Ну, в принципе, наверное, состояние у него не такое плохое. Ну, все посмотрим. На этом блоке остались головки блока цилиндров обе и шатуны с поршнями. Все, кроме этого, я отсюда вытащил. И очень хочется отмыть его внешне. То есть вот эту всю грязь, которая с внешней стороны, было бы неплохо отмыть до блеска. Ну и, конечно же, во время мойки отмоется внутренность тех же ГБЦ от этого масляного вот налета. И они будут алюминиевого цвета без всякой масляной пленки. А вот что касается внутрянки, которую я достал из мотора, то я ее хочу всю отмыть, промерить и по возможности установить обратно в мотор. И все эти детали я хочу отмыть и отреставрировать с помощью аквабластинга, но есть и вещи, которые придется все-таки заменить. Вот вкладыши, основная часть из них в практически идеальном состоянии, но вот у одного из них есть такой проблема, он весь исцарапанный. Притом на самом колене следов царапин нет. Колено выглядит достаточно хорошо. Прям все зеркально гладко. Что касается коренных вкладышей, они тоже в идеальном состоянии. И, в принципе, менять их не надо. Ну, как в тюнинге, так и в ремонте автомобилей постоянно какая-то движуха. Надо туда отвезти, отшлифовать, там отвезти, помыть, там собрать, там разобрать. И даже, в общем-то, если делаешь все это сам или большинство работ сам, то все равно это затратно и по времени, и по деньгам. А сейчас я хочу обратиться ко всем, кто уже занимается или планирует начать зарабатывать на финансовых рынках. Друзья, для такого ответственного дела обязательно используйте надежного брокера. Например, A-Markets. Компания уже 16 лет работает на финансовом рынке и дает своим клиентам возможность комфортно, а главное, безопасно работать на финансовых рынках. У A-Markets есть удобное мобильное приложение, а также круглосуточная поддержка, которая ответит на все интересующие вас вопросы. Что касается торговых условий, то они на уровне. Брокер предлагает более 500 торговых инструментов, в том числе криптовалюты, инвестирование в акции без ограничений. Торговое плечо здесь одно из самых высоких в индустрии.
1 к 3000. Кроме того, Амаркетс предлагает демо-счет и бесплатную обучающую информацию. А еще у Амаркетс много выгодных акций и предложений. Вы сами можете убедиться, заглянув в раздел «Бонусы и акции» на их сайте. Одной из самых выгодных акций брокера является удвоение стартового депозита. Это означает, что если вы сделаете депозит на $100, то брокер добавит на ваш счет еще $100 в качестве бонуса. Это дает вам дополнительные возможности для торговли на рынке и увеличения своего дохода. Ссылку на сайт я оставлю в описании под этим видео. Переходите или сканируйте QR-код с экрана. Регистрируйтесь, забирайте крутые бонусы и зарабатывайте вместе с Amarkets. Мне тут говорят, чё у тебя такое тяжелое дыхание на видосы, когда ты видосы записываешь. Так, блядь, не одним языком ворочим. Еще иногда приходится тяжести таскать. Два часа мы купали этот мотор в струйной мойке при температуре, ну, где-то порядка 70 градусов и с химией. И, можно сказать, отмыли его очень даже хорошо. Ну, конечно, это не аквабластинг. Если бы ГБЦ мыли с аквабластингом, то они были бы вот такие и лучше, чем с завода. Но в целом состояние этого мотора стало куда более хорошее и свежее, ну, то есть практически новый. А если взять баллончик с краской и немножечко аккуратненько пройтись по плоскостям, где он был покрыт заводской краской, то в принципе он будет выглядеть очень и очень красиво. Прям как новый. Единственное, что, конечно, не отмылось в струйной мойке, это выпускные каналы. Их придется еще почистить немножко вручную. То есть здесь вот сажа, но это не столь принципиально. В целом они вымылись достаточно хорошо. В цилиндре воды не попало. Я их все отверстия продул, залил маслица. Ну, то есть так законсервировал пока на этапе сборки. Зато мотор приятно собирать, и он достаточно будет красивый в соотношении со всеми остальными деталями, которые я отреставрирую с помощью аквабластинга. Ну, в общем, по мне так эксперимент удался. Вообще собирать двигатель на старом масляном насосе — это так себе занятие. Но если корпус масляного насоса не поврежден, не имеет выработки на поверхностях, то, в общем-то, при соблюдении правильных зазоров, если они соответствуют мануалу, то почему бы его и не поставить? Зазор по вершинам зубьев в допуске 6 соток. Торцевой зазор тоже в допуске 15 десятых, и зазор между шестерней и корпусом 0,15 миллиметра. Ну, в нашем насосе все в пределах допуска, поэтому я думаю, что если его помыть и почистить, то он еще проработает так же, как новый. А вы как думаете?
Аквабластинг, конечно, штука очень приятная и полезная. Я в свое время, когда начал чистить все эти детали, реставрировать, постоянно отвозил их в конторы, которые занимаются этой очисткой, и столкнулся с тем, что ну, не каждую деталь я повезу, надо накопить какое-то количество, значит, это время, то есть в текущий момент я ничего не могу перебрать быстро, да, почистить какой-то кронштейн и поставить его. А со своей камерой возникает другая фобия. Теперь хочется отмыть каждый болтик, каждый кронштейн, и если на чем-то, не дай бог, увидишь какую-то хоть малейшую грязь, то сразу бежишь в камеру ее отмывать. И этот процесс, он бесконечный. То есть в двигателе пару сотен болтов, гаек и каких-то кронштейнов, деталек, и это каждую и бегать, промывать. То есть сначала взял, почистил, отмазал, очистил в камере, аквабластил, потом просушил, вытер, посмотрел, опять взял следующий. И вот этот цикл не заканчивается, пока не заканчиваются детали. Так что все, конечно, хорошо, но очень геморно. Но есть еще одна проблема с аквабластингом, точнее с конторами, в которые отдаешь чистить эти детали. Дело в том, что большинство обычных предприятий, где есть эти аквабластинговые установки, гидроабразивные, да, мойки, там работают обычные эти работяги, да, которые чистят металл, и они не очень понимают, что им дали, какую железку и какое место можно чистить посильнее, а какое нет. То есть, например, постели распредвалов, да, если по ним пройтись, то будет не очень хорошо, если их покоцает, да, абразивом. Соответственно, отдавать просто вот такие сложные детали как-то страшно, потому что можно потом получить нерабочую деталь. Соответственно, как бы приходится отдавать в те конторы, которые занимаются там тюнингом и понимают, что делают. И то, насколько они ответственно подходят. Ну, соответственно, у них цены намного больше, потому что это надо понимать, что ты делаешь, как разбираться в этом деле. Ну, то есть, как бы палка о двух концах. Либо дешево и можно попасть, либо дорого и, в общем-то, надежно. Так что выбирать каждому, как он хочет. Ну, вот есть такие проблемы. Ну, а про саму же аквабластинговую технологию у меня на канале очень много видосов. Я рассказываю вот про мою эту дешевую камеру, которую, в общем-то, надо менять. И ставлю очень много экспериментов. Вот мне привезли такой вот аквабластинговый пистолет, насос. Я хочу сравнить разные пистолеты на разных насосах. Ну, в общем, много тестов еще ждет на канале впереди. Если кого интересует эта тема, то, конечно, подписывайтесь. Я думаю, что будет интересно. Ну и, кстати, для экспериментов, может, у кого-то есть. Мне нужна старая ГБЦ, нерабочая, ну, такая, чтобы, знаете, вообще вот вся в мазуте, вся в нагаре, вся в масляном таком вековом налете. Если у кого на примете есть такая, закуплю с удовольствием. Для экспериментов очень нужна четырехцилиндровая или отрядной шестерки, ну, что-нибудь такое вот подлиннее. Ну, очень нужна грязная. Ну и, кстати, пока отмывал гидрокомпенсаторы и рокера, а их тут на секундочку 24 штуки, то рассматривал вот этот вот мотор. Это тоже 6А13, я его уже не раз показывал в своих видосах, и я все мечтаю его реставрировать. Но вот я посмотрел на его гидрики, и, честно говоря, не знаю, смогу ли я их вообще отсюда достать. И вообще интересно, блок-то закрытый, поддон на месте, свечи на месте, то есть колено можно провернуть. Но, в общем, не терпится мне заняться этим мотором. Как вам он? Интересен? Восстановлю я его или нет? И теперь, когда каждая деталь этого мотора очищена, отмыта, промерена. Ну, кстати, есть такой нюанс. Вот, например, кожухи при очистке, они сбили всю коррозию, и осталась раковина от коррозии.
Соответственно, скорее всего, придется их все-таки пульнуть какой-то красочкой для того, чтобы эта коррозия дальше не распространялась. Но остальное, в особенности алюминиевые детали, стали практически новыми. Они в допуске, они отлично выглядят. И в целом все детали готовы к тому, чтобы можно было их устанавливать в также полностью отмытый, можно сказать, отреставрированный двигатель. Вот он сейчас выглядит отлично, не то что как был. И в принципе можно начинать его собирать. Интересно, поедет он или нет, заведется, будет работать вообще это творение искусства. Ну, а вы что скажете, на ваше мнение, стоит вообще вот так заморачиваться этими моторами? Или можно взять, поставить, поехать и не париться? Напишите в комментах ваше мнение. Если вы думаете, что я знаю, откуда здесь каждый болт, то вы глубоко ошибаетесь. Ну, примерно я могу сказать, что вот эти от поддона, эти тоже от поддона, эти от кожухов защитных термо. Ну, а все остальное, это надо никак нельзя запомнить, и поэтому приходится, конечно, каждый болт потом смотреть по программе, где какой закручен, какая у него длина, ну и, соответственно, по мануалу смотреть, какой у него момент. Ну а так, если посмотреть, то в принципе осталось еще немножко. Если бы новые вкладыши шатунов пришли вовремя, то я бы уже собрал и низ мотора. А так, в принципе, осталось немного навесухи, и, в общем-то, все будет собрано. Сам же мотор по верхней части, в принципе, можно считать собран. Головки блоков цилиндров, они стояли, но все вокруг них я подсобрал. Но, конечно, вот этот крутой белый цвет, он не позволяет к нему дотронуться даже малейше грязными руками, поэтому приходится максимально соблюдать чистоту. Но потом, когда это будет стоять на машине, я думаю, что владельцу тоже придется очень нелегко с такими белыми деталями. Но красота, как обычно, требует жертв. Ну, а я же, в общем-то, не хочу из этого видео делать какой-то мануал по сборке мотора, потому что считаю, что собирать любые узлы надо по бумажному, ну, электронному, то есть по оригинальному мануалу, а не по каким видосам, которых вам рассказывают, что куда прикрутить и зачем оно здесь надо. Все-таки это дело достаточно ответственное, и знания здесь нужны
ну, все-таки оригинальные из первых источников, из мануалов по сборке. Ну, пусть переведенных тоже хорошо. Ну, в общем-то так. Ну, а в целом я хочу сделать видео без своих вот этих рож и вмешательств своей речи, то есть просто какой-то таймлапс по сборке мотора, и, возможно, там можно указать на каждый шаг, на каждый болт, там, момент и величину размера болта. Это, конечно, глобальный труд, так что если вам интересно такие видео, и вы считаете, что они, ну, достойны того, чтобы их делать, то напишите в комментах, поддержите этот видос. Если все зайдет, то я с удовольствием сделаю такой а-ля видеомануал. Но, опять-таки, это все-таки все относится к моему личному мнению и моим моментам по сборке. Ни в коем случае они не являются истиной. Так что будьте осторожны. В принципе, при наличии инструмента и умении им пользоваться, собрать мотор – дело нехитрое. Проверил все зазоры. Если в допуске, то нормально. Если есть мануал по сборке, то вообще хорошо. Все понятно и знаешь, что собирать. То есть все в итоге крутится. Колено с поршнями на месте тоже крутится. И можно надевать ГРМ и, в общем-то, собирать все кожухи и устанавливать это все в машину. Но есть небольшой нюанс. Нюанс в том, что гарантию на сборку сдать практически нереально. Даже заказывая оригинальные запчасти, вот, например, оригинальные сальники Mitsubishi со всеми шильдиками, со всеми делами, по факту становятся не оригинальными. То есть вот этот, например, он не настоящий. Здесь неправильный шрифт, здесь неправильное нанесение. То есть как бы есть такой же новый шильдик, но с вот такими вытянутыми шрифтами. И оно все правильно. Есть, в принципе, Hyundai заменители один в один с Mitsubishi. Их тоже можно ставить, но с ними тоже хрен найдешь оригинал. Но вот это повезло. Это Kia, и она в оригинале. То есть по шрифтам, по тиснению, по тому, как это все затирается. То есть гарантию на сборку теперь давать нереально, потому что купить запчасти, которые называются оригинальными, невозможно.
Что мне нравится в сборке 6А13, то что он весь посажен на герметике. То есть, в принципе, ни одного узла, который сидит на прокладке, ну, вру, есть вот один приемная, вот эта масляная, как она называется-то, блин, трубка подачи, в общем, масла из поддона, вот она стоит на прокладке. А все остальное собирается на герметике. И это достаточно удобно, практично, ну и как бы мне, по крайней мере, нравится. А так, в целом, все собрано. Шатуны на новых вкладышах, колено на старом вкладыше, зазоры промерил, все крутится, все совпадает с мануалом. Так что, в принципе, мотор, можно сказать, собран. Я не знаю, как вам, а мне моторы без кожухов ГРМ намного больше нравятся, чем с ними. Ну, самую красоту закрывают. Ну, вот не знаю. Ну, красиво же, когда крутятся шестеренки. Правда, есть, конечно, тюнячие кожухи вот такие прозрачные. Но, в общем-то, не для этого мотора. И придется это все закрыть вот такими черными кожухами. Но, хотя, вот так вот мотор не видно. Ну, не знаю. Кому как нравится. А мне, конечно, хотелось бы оставить их без кожухов. В принципе, тут не хватает только несколько навесных вещей, типа генератора, там, компрессора, кондиционера и гура. А так все висит. Но еще один важный момент. Я сейчас не могу установить выпускные коллектора. А все дело в том, что штатные турбины, вот они стоят на моем проекте, с четырьмя турбинами, такие же, как стоят там, вот такие крошечки, это ТД-03. И хотелось бы, конечно, их заменить сразу на ТД-04. И по-хорошему, наверное, сварить под это дело коллектор и сварить уже там даунпайп аутлеты с учетом новых турбин. И тогда будет все красиво, а не колхозить из штатных коллекторов, вот из таких чугунных, какой-то выход под ТД-04. Ну, как-то кажется, что это не совсем правильно. Ну и, соответственно, искать эти ТД-04, собственно говоря, не очень-то представляю где. Кого опросил, ни у кого толком нет. Поэтому, если у кого-то есть две турбинки ТД-04, ну, желательно от Eclipse второго поколения или RRR турбобензинового, то напишите, пожалуйста, в комментах или где-нибудь в соцсети, типа Telegram, что я бы приобрел. Мне нужны две турбины в хорошем состоянии. А так, в общем-то, что, осталось прикрутить коробку, да и поставить это все в машину. Thank you.
Ну, хоть в мастерской стало немного просторнее. Минус мотор, минус коробка, минус запчасти от мотора. Ну, в общем, одно благо. И еще можно поставить на свое место раздатку. Машина-то полноприводная. Кстати, о каждом этом узле, раздатке, коробке. Я делал видео, они есть в втором сезоне Save the Eclipse, ну, потому что машины пересекались, и там вот эти все про реставрацию и сборку коробки, как автомат, так и механики, про раздатку, про различные виды раздаток, все есть на канале, так что, кому это интересно, идите по списку, заходите на главную, смотрите плейлисты, ну, в общем, найдете очень много всего интересного. Мотор, конечно, я не первый раз сюда ставлю, я уже примерял и делал все крепления до этого, пока он был в старом грязном виде, поэтому мотор в целом встал без каких-то проблем, даже при том, что подушки я поставил новые. Но вот так вот выглядит вся эта конфигурация снизу, подушка, мотор, раздатка, да и, в принципе, даже кусочек кардана сейчас висит. Надо будет впоследствии потом повесить полностью весь кардан. Крепления все на месте, задний редуктор уже установлен, и бак, и задняя подвеска. Так что, в принципе, ее можно уже поставить на колеса. Ну и вид под капотом, конечно, тоже изменился. Мотор теперь на своем родном месте. Хотелось бы его оставить вот так одним-одинешеньким, конечно, было бы красиво. Без этих проводов, без этих трубок, без этих дополнительных систем. Один мотор и коробка передач. Вообще крутень. Но ничего не поделаешь. Придется делать обвязку, придется делать впуск, выпуск, сделать систему охлаждения, подачи топлива. Ну, в общем, все системы, которые позволят этой машине начать движение. Но и мотор придется снимать еще не один раз. А мотор придется не просто снимать, а еще и, возможно, частично разбирать. И кто внимательный смотрел мою сборку, или вообще, кто знает хорошо про этот мотор, напишите в комментах, что я упустил, какие вещи не позволят этому мотору сейчас, в данный момент, запуститься. Ну, я не считаю, конечно, навесное все, да, вот только сам блок. Вот что в блоке я не поставил, что критично для запуска этого мотора. Тому, кто напишет больше всего вот этих нюансов, да, которые я не сделал, тому на выбор я подарю любую коробочку с трибутическим составом от компании EFAM. Ну, а всем, кто гадать не будет, а хочет участвовать в другой лотерее, ну, как обычно, по традиции, триботехнические составы от компании EFAM дарю подписчикам, кто напишет, соответственно, в комментариях слово «хочу», «хочу какой-то состав конкретный», они есть для любой системы, можно писать «хочу» там для КПП, «хочу» для дизеля и тому подобное, для мотоцикла. В общем, кто среди всех этих комментариев со словом «хочу», мы потом проведем жеребьевку, да, и выберем троих победителей, которым, собственно говоря, достанутся какие-то составы. Все эти розыгрыши проходят в Телеграме и на моем канале на Дзене. Вот, так что следите за этими каналами, потому что вот недавний розыгрыш к одному из видео, он не нашел своих обладателей призов, ну, и они пойдут в какие-нибудь следующие розыгрыши. Так что обязательно следите за Телеграм. Нигде извещать в Ютубе я это не буду специально. Ну что же, очередной раз второе поколение с V6 Twin Turbo пересекается с третьим поколением с V6 Twin Turbo. Надо будет потом среди них устроить соревнования, кто из них будет быстрее. Ну, а я же мотор закончил. Поставил машину, серию снял. Если вам понравилось, то поставьте лайк этому видео, напишите коммент. Ну и обязательно сделайте репост кому-нибудь для того, чтобы это продвигалось. Если, конечно, вы хотите поддержать мой канал. Если он вам не интересен, ну тогда проходите мимо. Ну, в общем, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Всем удачи, всем пока.